шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялся телемост студентов факультетов журналистики и телевидения с учениками школы юного журналиста в городе Душанбе, Таджикистан. Благодаря организованной видеосвязи между двумя аудиториями ребята могли в режиме онлайн задавать друг другу вопросы о своей профессиональной деятельности, делиться впечатлениями и опытом. В обсуждении принимал участие декан Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Леонид Толчинский. Лучшие практики и компетенции, которые, ну, в том числе и здесь, Александра Ильина постигала и создавала, в том числе формировала, они в равной степени сегодня будут в полном объеме вам доступны, и очень надеемся, что очень успешные и эффективные будут медиашколы, которые год за годом, как вы уже говорите, открываются на базе Русского дома Душанбе. Сначала ребята поднимали важные для профессии журналиста вопросы. Абитуриенты спрашивали, каким должен быть современный журналист, какими знаниями и навыками должен обладать. Далее студенты говорили о тенденциях медиа своих стран. Схожи они или различны? Есть ли в Республике Таджикистан национальные тренды? Выяснилось, что даже песни инстасамки там переводят на таджикский язык. К концу мероприятия вопросов становилось только больше. Ребята успели сблизиться благодаря общим темам и опыту в журналистике. Крайне интересно посмотреть, что да, по эту сторону экрана сидят такие же ребята, как они, такие же молодые, которые смотрят такие же телевизионные передачи, которые интересуются тем же самым контентом в социальных сетях. И, боже мой, оказывается, сегодня, как в ходе разговора выяснилось, у них одни и те же мысли на процессы, которые сейчас происходят. И это очень крайне важно для детей, которые находятся в Душанбе, по ту сторону экрана, потому что я уже вижу, как они утверждаются, вот убеждаются в своем решении приехать сюда, и они уже перестают, самое главное, что боятся неизвестности переехать в чужую для них страну. Телемост завершился уже более личными вопросами ребят друг к другу. О принятии их профессии родителями, о том, чем приходится жертвовать ради журналистики и оправдались ли их ожидания от обучения. А Леонид Толчинский выразил слова благодарности абитуриентам за искренность и активное обсуждение. Ксения Моисеева, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универньюз.